В Турции перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 18 человек, двое из них госпитализированы. Авария произошла на юго-западе страны. Микроавтобус перевозил туристов на экскурсию из Бодрума к древнему городу Иераполису. Машина пробила ограждение трассы, вылетела в кювет и перевернулась на бок. Причина аварии – скользкое дорожное покрытие из-за осадков. Пострадавшим оказывают помощь посольства, страховая компания и туроператор.